детстве Ивана Крылова часто забирали на ночь в живом уголке и не давали слушать музыку. Вот он и решил отыграться. Давайте по камертону настроим. Что это тебе за музыка такая? Спокойно. Я играю только те ноты, которые знаю. И вообще, дорогой Ира, ну кто тебе сказал, что ты талантливый балалайчик? У тебя же врожденный капитоз от твоих конечностей. Это тебе. Ну, ты мне вчера свою показывал, ну. А я тебе с утра для парочки принес. Все, играем. Барабаны плохо вижу. Ребят, помогите. О, наконец-то стал тот час, когда я снова вижу. С, Б, Э, К. И все, больше не вижу. Слепой ребята не отомлять. Скрыл за вас ли утоплюсь. Наш союз. Я близорукий, это минус. Но дальнозоркий, это плюс. Маэстро, ваш последний аккорд был великолепен. В зале три трупа и незначительные разрушения. Нет, это без меня. Без Медведя. Цыганам! Вниз по речке, а возле берега, по самому, по краю, я плыву навстречу мне. Все зажарится, баттерфляем, все зовут меня. А по имени Мазаем, а лучше в речку, а вместо зайцев запустить дельфинов стаю чуть помедленнее.
тайны. Чуть помедленнее, умоляю вас, плать, а не скакать, ах, не скакать. Ну что за пальцы ко мне попались, полетели отрывые, а не веща половить, а не муму. Мартышечка, дорогая, ну что с тобой, соберись, ты и так из-за своего склероза на полтакта постоянно опаздываешь. Ну что с тобой, дорогая? Это слетворное описание медведя мешать не играть. Медведь, я не понял. А что я? Что я? А для меня всегда была загадка, что такое дед? Контрапункта, Никарагуа и жидкость из Литиалака. Мартышка, а хочешь, мы из тебя фотомодель сделаем? Итак, только один день, спешите. Кто еще хочет сфотографироваться с обезьянкой? Хотя нет, Мартышка, лучше пой. Не буду, потому что, когда я пою, нас постоянно забрасывают гнилыми помидорами. Ну, звеняй, мапа, бананит не мапа. Человеческой. Вот я, когда впервые увидел рояль, я понял, это именно тот инструмент, на котором я хочу спать. И вообще, музыканты мы или не музыканты? И то, и другое. Тогда поехали! Нет, музыки. Нет, я пас. Нам нужен профессионал. Здравствуйте, я Никола Паганини. Ребят, да вы не волнуйтесь, у вас все получится, я ведь тоже по молодости, вот это. Горшки обжигал. А потом понял, не мое. Сейчас сыграю. Но вас 7 лет.
вашим детям она обязательно понравится. Солнышко, мне нравится Коля, где бы тебе ребенок? Не надо. Я вернусь к тебе. Я обязательно вернусь к тебе, только другим. Правда, правда. Таким другим. Ну, извините.